Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале. Сегодня у меня будет видео о пересадке алоэ вера. Вот это алоэ вера, это детка. Ей уже идет четвертый год. Четвертый. Я ее отсадила в прошлом году, когда ей было около 3 лет. Сейчас уже идет четвертый. И вот как бы за этот год оно вытянулось довольно-таки сильно, ну, окрепло. И вот ей уже горшок стал маловат. И я решила пересадить его методом перевалки вот в этот черный горшок, чуть-чуть побольше размером. Вот сюда я уже насыпала дренаж, керамзит. Керамзит строительный, он тяжелее, чем вот простой такой керамзит. И внизу нет дренажных отверстий, а с боков вот здесь есть. Это такой, ну, как бы рабочий горшок. Именно вот как с магазина для пересадки растений. И я решила его пересадить. Заодно сейчас посмотрю, будет видно, не видно, вытащу с горшка, какая там корневая у него. Но деток он не дал. Были меньше растения, меньше алоэ вера. Они дали детки, а вот этот почему-то не дал. Ну, все по-разному, знаете как. У одного 10, у одного 1, у третьего 2. Ну, в общем, вот такое вот алоэ вера. И видите, уже, хотя тут, видимо, и дренаж все есть, но горшок уже вот прям кренится. Поэтому буду пересаживать. Так, сейчас я его вытащу и посмотрим, что там есть у нас. Друзья, вот смотрите, корни уже вот так вот оплели. Строительный керамзит здесь тоже такой же есть. И земля довольно-таки рыхлая, не слежавшаяся. Ну, в общем, нормально. Сейчас я вот этот керамзит счищу. И будет уже хорошо видно все корешочки, что у нас и как. Ну вот земля, ребят, здесь такая, смотрите, не слежавшаяся. Вот влажная, да, но много очень песка. Вот это вот дренаж здесь. И вот здесь такую же я почти землю, вот, по влажности. Здесь тоже много песка. Для, вообще это была земля для суккулентов. Но здесь уже добавление моего песочка. Вот, поэтому я сейчас вот сюда немножко насыпаю нижний слой земли. Делаю примерочку. Так, уже хватит, наверное. Так, делаем примерочку. Ну-ка. Вот он, красавец. Корни его обобрала. Так. Даже бы еще хочется глубже, да? Ну, по-моему, нормально уже. Немножко вот так его прям выпрямлю. Ну и буду засыпать вокруг землей. Вот, вот так будет прям пряменько. То он уже на бок как бы стал валиться. Вот корешочки. Вот сверху чуть-чуть обобрала. И буду засыпать. Ну вот, друзья, собственно, вся посадка. Немножко оставила зазор вот здесь, чтобы было поливать. Летом я всегда выношу их во двор. И, если честно, поливаю прям со шланга. Ну, через день приблизительно. Летом у нас жарко в Алмате, поэтому я поливаю через день. На совсем палящее солнце я не ставлю. Скажем так, у меня не то что полутень, а рассеянный свет. Там с утра чуть-чуть падает свет, и при заходе солнца чуть-чуть падает свет. А днем в основном такая, как бы, скажем, светло, хорошо, но не на палящем солнце. Ну, хорошо там грунт просыхает. Вот. Ну, вот я считаю, что уже можно, ну, еще годик он постоит. А там посмотрим, если будет хорошо разрастаться, пересадим. Ну, а может быть и продам его. Потому что, ну, как бы у меня их много. Вот я вот так сейчас хорошо проливаю. Дренаж хороший. Поэтому сейчас все это выйдет. И я за не переживаю за то, что оно загниет. Но обязательно делаю дренаж. И вообще, ребят, в идеале делать дренаж даже не с керамзита, а со щебенки, потому что алоэ довольно такое тяжелое.
Ей нужен объемный горшок, устойчивый горшок. Иначе оно быстро перерастает. Вот даже вот здесь вот просится, просится, еще чуть-чуть поглубже просится. Можно было бы, конечно, ну нет, горшка побольше, вот так бы посадить побольше. Ну ладно, думаю, до осени точно хватит. А там посмотрим. Вот так, друзья. Алоэ, которому 4-й год. На этом все. Если не жалко, поставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписался. Ну и до скорых встреч. Пока-пока.